Спасибо, я так тебе благодарна. Господи, ну я не знаю, это праздник. Понимаешь, для меня это праздник. Заслужила. Ой, я не могу, это же... Ты понимаешь, это не стиральная машинка, это просто космический корабль. Я об этом всю жизнь мечтала. Там столько, там пупочек столько. Там ты видишь? Один вопрос. Один. Ну, хоть сто. Ну. Зачем тебе третья стиральная машинка? Задаюсь, я просто ну, интересно, ответь. Ну, хорошо, я тебе объясню. Первая стиральная машина. Ну, она ненавидит меня. Ну. Да, просто она не стирает. Ты понимаешь, да, принципиально. Я носок ну, вчера стирал, нормально стирал. Ты один стирал? Ну, да, один. А ты два постирай. Хорошо. Это надо просто. Она... Проехали, проехали. Что со второй у нас? Ну, вторая, ну, я не понимаю, понимаешь, ну, ну, совсем, ну, отстойная. Ну, ну нормально. Ну, ты же меня купил 100 лет тому назад. 4 месяца. Четыре месяца аппарат. 4 месяца. Ну, функции сколько? Ну, а сколько там функций? Там ну, вообще, там ничего. Там ну, сколько? 140 функций, всего на все. Ну, а в новой? В новой, ну, сравним, в новой. В новой в два раза больше. Ну, сколько? 145. Ладно, куплю. Давай, 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 мой маленький. Волнуешься? Волнуйся. Итак, легким движением руки, каким пальчиком работать? Так, я не знаю. Каким пальчиком? Ой, набираем код. Набираем код. Достаем бабло. Давай, махалай, махалай, махалай. Денежки вынимай. 7, 3, 5. Хоть бы денежек хватило, Ну давай, 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 миленький, 7, 3, ну давай, 5. Давай, осталось всего ничего до закрытия магазина. Давай, я не могу, давай, давай. Вот этим пальчиком, давай, быстрей, быстрей. Ну, 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 ну. Слушай, я забыл, вот. Ты, слушай, нашел время шутить, я не знаю. Ой, я на самом деле забыл, вот, не забыл. Ой, это лучшая шутка, ты выкинул свое лицо. Это я вообще, я не могу, я сейчас умру от смеха. Ты забыл код, да? Я забыл код на самом деле, что смешного? Ты забыл код? Я забыл код, наконец дошло. Я придумал хитроумную комбинацию, слетел с головы. Господи, ты что, серьезно, забыл код? Я забыл код. Господи, осталось 10 минут. Ну что, что? Что делать? Давай, так, все. Так, собрались. Вспоминаем вместе. Давай, давай, давай. Ну ты же, ну, ты не же могу что-то это придумывал по ассоциациям. Там серьезная вспоминай ассоциации. Ну я не каждый день сюда мой, хожу, мой, я вылетел я из башки. Я не знаю. Ну, давай, что это было? Что это было? Это объем бедер твоей секретарши. Это что-то? Я запомнил уже. Вот, вспоминай. Ну, господи, господи, я же просила тебя, я же умоляла. Не для себя просила, для своей мамы, для этой святой женщины. Пошли нормального зятя с хорошей памятью, пошли зятя. А что ты наезжаешь? Я нормальный мужик, я тебя не змея, не пью, не курю. Что, напрасно? Совсем обленился, сволочь. Господи, боже мой. Вот, как можно было забыть? Не забыл, я. Как? Что, это высшая математика, что ли? Как можно было забыть код? Теперь меня не будет. Это не будет. Машинки этой бесшумной. Мы живем в 100 метрах аэропорта, рядом железная дорога. Зачем тебе бесшумная стиральная машина? Не хочу слушать. Код вспоминай. Господи, я стараюсь. Как я? Как я вообще скучаю по тем временам, когда любую проблему можно было решить обыкновенным жертвоприношением. Прям взять топор и так рубануть. Знаешь, я так уверовал, что я не забуду код, я съел бумажку с цифрами. Что ты сделал? Съел как разведчик. Они едят, и я насмотрелся. Ты понимаешь, что ты натворил? Ты сожрал нашу последнюю надежду! Зачем ты это сделал? Я эту бумажку съел. Ну, ты понимаешь, что ты... Что... Пупсик! У тебя из этой ситуации есть теперь только один выход. Что, с ума сошла, что ли? Вообще что-то плетешь? Да я не про это. Код вспоминай. Через 30 лет будет такая же акция. Купим новую машинку. Мама твоя не увидит, но мы купим нормальную машину. Типун тебе на язык. 30 лет, господи, боже мой. Вспоминай код. Зайка, я стараюсь. Так я тебе зайка. Зайка. Ну на уши глянь свои, на уши посмотри. Да пошути, ладно. Между прочим... Прежде чем женщину назвать зайкой, надо прикинуть, хватит ли у тебя на нее капусты. И не подведет ли морковка в самый неподходящий момент. Вот ты мне скажи честно, вот ты помнишь вот этот фильм «Основной инстинкт»? Ну-ка, да. Вот,
Вот ты помнишь эту сцену, где Шерон Стоун перекладывает ногу, вот это вот все. Ага, я вижу, я по твоему лицу вижу, что ты эту сцену на всю жизнь запомнил. А вот карты забыл! Как можно? Совсем меня не любишь. Кто? Да я тебя обожаю, я за тебя могу умереть на самом деле. Шиш тебе! Сначала код карты вспомни! Вспоминай! Вспоминай! Хотя что ты можешь вспомнить? Ну что ты можешь вспомнить? Ты посмотри на себя, на кого ты стал похож. Посмотри на себя, у тебя же мозги заплыли жиром. Я тебе 100 раз говорила, занимайся физкультурой. Не надо сейчас, поздно. Сейчас кот вспоминай. Боже мой, жрет, просто сутками жрет, а с холодильника не отходит. Только дверцы, хлоп-хлоп. Когда? Когда, всегда. Вчера, например, на ночь. Ну, я не жрал, ну, я отбивался. От кого? Я хотел ночью холодильник помыть, ну? Очень хотел. Они на меня напали. Кто? Да много их было. Колбаса, сосиски, винегрет. Коньяк особенно свирепствовал. Так, хватит мне лапшу на уши ехать. Минута осталась до закрытия магазина. Вспоминай код, придурок! Я вспомнил. Ну и что? Магазин уже закрылся. Вспомню. Ноль. Не подсказывать. Ноль. Есть. Это специально я замысловатую комбинацию придумал, чтобы негодяи, чтобы банкоматные воры не украли наши денежки, наши кровные денежки, которые мы хотели бы потратить на твою машинку. Хорошие наши денежки. Money, to-do, and the gratitude to-do, penny for chifa, better be glad, money. Чтобы не украли деньги. Это ты полчаса вспоминал, 4-0. Я хотел как лучше, я придумал посложней, чтобы запутать негодяев. Придура, ты идиот, да чтоб ты сдох, зараза такая. Что ты расстроилась, Господи, сразу, не надо. Зачем мне это надо? Зачем мне это?